У нас 6 лет разницы, поэтому детство происходило тоже параллельно совершенно друг другу. А потом, поскольку я остался в маленьком родном городе Асбесте, Вадик уехал учиться в Свердловск, ныне Екатеринбург. И поэтому как бы наше, мое, точнее, взросление, как бы становление подростка, потом юноши и так далее, было без него.